никогда раньше такого не видел. Они меняются. Вот дьявол, мой жилет. Всем привет! С вами Токи Трэш, и у нас очень интересная игра Left 4 Dead. И у нас там какая там часть, я уже не помню. Ну, в общем, мы затащили три предыдущих части в этой главе. Лучше бы этот проход куда-то нас вывел. Ну мы же не сакуны. Мне опять гей какой-то пристроил за я. Сука, ну реально, вот просто он пристраивается, аж бесит. Так, идти-то куда? Мне кажется, мы здесь были. Да? Сука, мы здесь, блядь, были. Да идите вы нахуй! Бля, заебись, люблю эту карту, здесь я играл за охотников, получается, и... Вот меня прям здесь выебали. А, понятно. Ведьма! Где ведьма? Вот оно чё! Ебать в жопу копать! Вот куда надо идти! Перезаряжаю! Я вспомнил! Перезаряжаю! Ты дебил! Охотничья жопа дебила! Убежище! Зоя, ёб твою мать, давай быстро! Быстро в убежище, народ, бегом! Дебил! Неплохо сработано! Так, короче, мы прошли... А, блядь, это было как... Я прошел только две части. Я прошел третью, сейчас будет четвертая. Ну ладно, короче, сейчас. Yeah!
проклятие! Поднимай свою задницу! Не было нужды, не дергайся, но я все тебе равно. Помогу. Спасибо. О, я у тебя в долгу. Ну нахер. Ебать копать. Хо-хо-хо-хо! Короче, кто-то с кем-то сражался и запустил эту... Так, короче, это... Короче, тот, кто-то включил газонокосилку. Короче, кто-то включил газонокосилку, короче, начал ебашить тут везде. Я не знаю, зачем оставить этот кадр. Видимо, в игре должна была быть газонокосилка. Гандонокосилка, но это гандонокосилка. Невозможно почему-то выиграть. Жалко. По пизде все пошло, как всегда. Можете мне... Ладно, можете мне объяснить, я понял. Все. А что будет? Я старый дебил. Спасибо. Давайте. Поезду. Давайте, гоу-гоу-гоу, let's go. Всем гоу-гоу-гоу, а Фрэнсису гей-гей-гей. Мы затащили очередную часть. Так, Кровавая Жатва, пятая часть, ферма, это последняя, это будет финалочка этой главы. Как всегда, с вами несменный ведущий. Мы начинаем, короче. Да, мы играем за дебила. То есть Билл, то есть старый дебил. То есть дедушка Билл. Хорошо. По-моему, в альбоме прочие игры, или можно просто так найти Left 4 Dead. Наконец-то застава! У меня в группе. И в группе можно найти, тут на ютубе. Вот, там я играл за этих зараженных. Играл за зараженных. Мы, короче, с чуваком были охотниками и бегали, так прыгали, то есть так по вот этим вот пшеницам. Враги! А когда с девчонкой. Там познакомился с одной, короче, мы здесь играли. Все. Там было до хрена людей, короче. Ну, мы были все этими людьми. И ебашили, короче, вот здесь. Срочное сообщение с ребенком из зоны безопасности. Пожалуйста, ответьте. Я не заряжаю! Честно, я, блядь, не знаю, откуда звук. Куда идти? Ау! Иисусе Христе! Капитан, тут остались живые! Я знаю, что нам надо идти, но мне нужно тебя вылечить. Слышим вас хорошо. Мы вышлем за вами спасателей. Скажите, когда будете готовы. Спасибо. Круто. Мы готовы, сынок. Вас поняли, беженцы. Идем за вами, держитесь. Так, короче, сюда должен прибыть самолет. Ой, самолет, блядь. Короче, броневик. Вот сюда прям. Вот сюда. Я не заряжаю!
Так, короче, думаю, сидеть на крыше будет, в принципе, нормально. По моим личным предположениям и по моим личным наблюдениям, мне кажется, зомби идут очень большими группами, всегда сообща. Получается, они издалека, получается, видят, а вернее, знают то, что, короче, здесь есть люди, они, получается, ну, с друг другом же общаются, переговариваются. Поэтому уже издалека, получается, знают, что мы тут, и они потихоньку все сбывают и сюда. Просто по логике вещей, если куча танков, куча жердяев, куча охотников прут. Стой тихо, я тебя полечу. Лечусь, прикройте. Получается, они все сюда прут, потому что они знают, что мы здесь находимся. Им сообщают другие ребята. Грузовик прибыл, выдвигаемся! Бежим! Давайте, ебашьте все сюда! Ну вы дебилы, что ли? Итак, мы затащили еще одну главу, еще одну, вернее, часть. Осталась последняя, жатва, и там тоже часть главы. Мы заработали достижение «Мрачный жнец». Все выжили, все спаслись. Все хорошо. Всем спасибо, всем пока. Это был Доки Трэш. До встречи.